Всем привет и здравствуйте! Ко мне идут дети. И решила приготовить обед на скорую руку. У меня курица, замаринованная с вечера. Но замаринована только потому, что мне некогда с ней вчера было возиться. Я ее посыпала солью слегка и немножко такой специальной приправой для курицы. Но этот шаг можно спокойно пропустить. Если у вас свежая курица, то просто возьмите кусочки курицы. Вот здесь у меня целая курица, я ее порезала на части. И еще у меня была вот так кусочек грудки оставался, я решила его тоже сюда бросить. Итак, курица с картошкой. Самое простое блюдо, которое мы сейчас попробуем сделать необычным. Самое главное – это заливка. Для нее мне понадобится сок половинки лимона. Натру сюда немножко чеснока. Так, я думаю, возьму парочку зубчиков. Добавлю сюда чайную ложечку меда. Все хорошенечко размешиваем. Добавляю смешанные травы. Берите любые, какие у вас есть. Очень хорошо сюда добавить смесь итальянских или прованских трав. Они придадут такой, знаете, специфический приятный вкус и запах. Так, все это хорошо размешиваем. И добавляю сюда немножко копченой паприки. Буквально, может быть, вот пол чайной ложки. Имейте в виду, что у копченой паприки очень сильный запах. Не переборщите. Вот и все. Собираем блюдо. На дно можно полить немножечко масла, хотя это не обязательно. Крупные картофелины я делю на части. У меня что-то все получились разного размера. Духовка у меня разогревается до 200 градусов. Так, картошку я чуть-чуть присыплю солью. У меня был остаток вот луковицы, половинка луковицы. Ну, возьмите больше, если любите, возьмите чуть больше. Как видите, вот половинки луковицы вполне достаточно. И теперь сверху выкладываю курицу. Сверху поливаем вот этим, этой заливкой. Пахнет уже вкусно. Духовка у меня разогрета до 200 градусов. Накрываю крышку и ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на час. Потом крышку сниму и дам мясу подрумяниться еще минут 15-20. Вот и все.